Мир вам, дорогие отцы, братья и сестры! 30 мая 2018 года, 18:00 часов, в аудитории 305 на Богословском факультете Царицынского православного университета состоится новая встреча Святоотеческого кружка. Она будет посвящена великому русскому старцу Адриану Кирсанову. Он отошел к Господу 28 апреля 2018 года. Еще не минуло 40 дней со дня его блаженной кончины. Последние десятилетия старец Адриан был одним из самых известных старцев Святой Руси, к которому за советами и молитвами обращались люди со всего бывшего Союза СССР. Сначала он был насильником Троицы Сергиевой Лавры, а затем в течение десятилетий окормлял братьев и прихожан Псково-Печорского монастыря. Старец имел дар прозорливости и очень большой дар изгнания бесов. Обладал огромной молитвенной силой, был сосудом божественной благодати. Так, однажды в советские времена в Троице-Сергиевой лавре при приближении старца Адриана одна американская высокопоставленная гостья, не выдержав присутствия божественной благодати, почивавшей в старце, начала бесноваться. Испуганные советские функционеры потребовали выслать старца в течение 24 часов в другой монастырь. Так он оказался в Псковских Печорах. В ходе встречи вместе с вами мы посмотрим небольшую прижизненную видеозапись ответов старца на вопросы афонского монаха. Прочтем отрывок о нем из книги известной писательницы Нины Павловой, а также познакомимся с воспоминаниями его духовных чад, одна из которых, возможно, выйдет с нами на скайп-связь из Москвы. Бог молитвами Божией Матери и всех преподобных и богоносных отцов земли русской просиявших, да просветит и укрепит нас всех в подвиге нашей жизни, в деле освящения души и стяжания божественной благодати.